Хорошо, я готов к следующему вопросу. В мире, в котором носороги одомашнены, кто выиграет Вторую мировую войну? Уганда. Обоснуй. Кения становится супердержавой благодаря торговле носорогами. Формируется Центральноафриканская коалиция, колонизирующая Северную Африку и Европу. Когда разгорается война, уже никому не доступна роскошь обладания носорогом. Кения чахнет, Уганда торжествует. Верно, моя очередь. При условии, что пианино является оружием, а не музыкальным инструментом, на чем Скотт Джоплин исполнит свой знаменитый рэгтайм «Кленовый лист»? Настроенный по нотам штыки. Обоснуй. А это разве не очевидно? Твоя правда, прошу прощения. А во что вы играете, позвольте спросить? Это игра собственного изобретения, называется «Контрфакты». Мы предлагаем альтернативный мир, который отличается от нашего одним ключевым моментом, а потом задаем друг другу вопросы. Подходит для возраста от 8 до 80. Присоединяйся. Ну хорошо, я всегда не прочь размять мозги. Давайте попробуем. Тебе повезло, очень простенький. При условии, что миром правит разумный гигантский бобер, какой продукт питания исключается из употребления? Может быть, бутерброды из бобров? Не знаю даже. Леонард, соберись, у нас серьезная игра. Но сейчас придумаю. Бобры едят кору деревьев, а люди употребляют в пищу только один вид коры — корицу. Так что мой ответ — корица. Неверно. Очевидный вариант — датская ватрушка с сыром. Почему? В мире, управляемом гигантским бобром, человечество строит много плотин, чтобы угодить своему правителю. Низколежащий Копенгаген затоплен. Жертва измеряется тысячами. Убитым горем датчанам уже не до выпечки. Разве это не очевидно?